Мисс Сеймур, добро пожаловать. Я вас провожу. Глеб Анатольевич будет немного позже. Проходите, пожалуйста. Будьте любезны. Женечка, ну наконец-то, дружище. А я уже заждался. Извини, Глеб. Извини, Глеб Анатольевич, пробки. Ну что за церемонии, Жень? Тоже все свои, настолько свои, что я думаю, надо говорить друг другу правду. Я на тебя немножко обижен, Жень. Что ж ты не рассказал нам о своих маленьких шалостях? Неужели ты думаешь, мы не могли бы тебя понять? А? Так, Жень. Глеб, Глеб. Ты о чем, идиот, думал? Ты понимаешь, нас всех подставил? А если об этом узнают журналисты? А если это попадет в интернет? Ты его квартиру хорошо вычистил? Абсолютно. Козел. Хорошо, хоть на кого-то можно положиться. Значит так, завтра валишься в больницу и лежишь до окончания выборов. Потом пишешь заявление по состоянию здоровья, пошел вон. Спасибо. Пошел вон! Инфаркт? Не сразу. Пусть недельку поболеет. И сделай все поаккуратнее. Дай эту плесень убери. Ладно, пошли к нашим баранам. Прошу вас. Шампанское в туфлю. Понял? Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Добрый вечер. Мы присутствуем сегодня на знаменательном событии при участии партии «Надежда». Открыт благотворительный фонд «Росток». «Росток» объединил вместе неравнодушных людей. Тех, которые приняли решение не оставаться в стороне от чужих бед. У нас есть силы и желание помогать нуждающимся. Итак, дамы и господа, за наш благотворительный фонд «Росток» и его генерального директора, госпожу Сандру Сеймур, прошу любить и жаловать. Ну вот, госпожа, Сандра Сеймур, знакомьтесь, это все наши будущие спонсоры, инвесторы. Вникайте, налаживайте связи, работайте. Я потрясена. А вы против? Нет, нет. Просто неожиданно такое доверие. Я постараюсь оправдать. Я рад. Вы вся наша надежда. Надежда всегда, господа, впереди. За наш фонд «Росток». Спасибо. Давайте. Спасибо, что пришли. Поздравляем. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо. Приведи-ка ты мне эту Сандру через полчасика в спальню нового Александрова смотреть. Хочу обсудить с ней актуальные вопросы искусства. Госпожа Сеймур. Можно, Сандра. Сандра, я надеюсь, что между нами установятся не только деловые, но и дружеские отношения. Спасибо. Вы всегда можете на меня рассчитывать. Валер, Кречин тебя искал. Зачем еще? Откуда я знаю? Просил передать, если я тебя увижу, что он наверху. Извините, дела. Значит, мы теперь сослуживцы? Я очень рад познакомиться. Константин Суворин, юрист фонда «Росток». Очень приятно. Сандра Сеймур, директор фонда «Росток». Неожиданно. Надеюсь, неожиданность была приятной? Приятно прийти на вечеринку гостем, а уйти директором. А вы знаете, что Баринов гомофоб? И что его тошнит от представителей сексуальных меньшинств? Вот такой он оригинальный для нашего времени человек. Извиняюсь. Глеб Анатольевич хочет вам картину показать. Да, конечно.
Я провожу вас. Извините. Как вам эта работа? Интересный художник. Кто это? Александров. Он очень русский художник. Писал в основном женские портреты. Он, как и я, понимает, что особенно тонкая природная красота чувствуется именно в женщинах. Тут ее многообразие безгранично. А вы очень наблюдательны. Я сама являюсь большим ценителем женской красоты, но до таких выводов мне далеко. Но это естественно. Вас скорее интересует сильная половина человечества. Вы ошибаетесь? Мужская красота не производит на меня такого впечатления. Мужчины вообще не моя тема в жизни. Серьезно? Я люблю созерцать исключительно женщин. Работа, правда, прекрасна? И все остальные тоже. Вы позволите мне вернуться к гостям? Я познакомилась с несколькими очень перспективными инвесторами. Хочу оправдать ваше доверие. Да-да, конечно. Вот такая. Простите меня, я на минутку. Ну, как Александров? Александров? Угу. Отлично. Прошу. Раз уж вы так хорошо разбираетесь в живописи и во вкусах вашего хозяина, может быть, расскажете, что последует дальше? Глебу Анатольевичу нужны будут вещественные доказательства ваших нетрадиционных эстетических пристрастий. Скажите, а какой вам резон в том, чтобы я оказалась вне сферы художественных интересов господина Баринова? Ну, я не слишком дисциплинирован. Надеюсь на небольшие поблажки. Я, например, иногда не слышу будильник по утрам. Понятно. Поблажки будут, но небольшие. Я не переношу лентяев. Я тоже не переношу. Спасибо за понимание. Спасибо за ценный совет. И последний совет. Не расслабляйтесь. Баринов всегда на чеку, выходных у него нет. Хвоста за ней пусти. Круглосуточно. Здравствуй, Джеймс. Дела идут. Можешь поздравить меня. Я теперь директор фонда «Росток». Нет, я не выйду из игры, пока не добьюсь нужного результата. Послушай, чтобы узнать, где проводится исследование, нужно вычислить, куда идут средства. Я буду проверять бумаги фонда, но мне на это понадобится время. Я пока не знаю, сколько. Скажи, как Кора? Я могу с ней поговорить? Кора сейчас в больнице. Врачи рекомендуют оставить ее еще на месяц. Ты знаешь, тебе лучше сейчас воздержаться от звонков.
И пока ее не беспокойте. Прошу, пожалуйста, вас, миссис Харпер. Будь осторожна. Хорошо? Береги себя. Ну все, счастливо. А с кем это ты ворковал, милый? Да это я так, мам, по работе. Я заехал на минутку проведать. Сегодня у Спенсерова годовщина свадьбы, был замечательный банкет, пришли Стоппорды, Хэмптоны. Я прекрасно провела время. А ты сегодня не ходил в гости? Нет. Сегодня был очень тяжелый день. Хотел пораньше лечь спать. О, новая модель, я не видела у тебя ее раньше. Ты просто не обращала внимания. Мама, тебе не кажется, что проверять мои телефоны и контролировать мой досуг – это уже слишком? Прости, я не думала, что ты воспримешь это как нарушение границ. Я просто интересуюсь твоей жизнью. У меня ведь никого нет, кроме тебя и Коры. Мама, извини меня, но мне просто иногда кажется, что твоя забота чрезмерна. Ты не хочешь чаю? С удовольствием. Она была прекрасна, словно роза, и птицы пели, глядя на нее. Но злой король сломал цветок и слезы теперь удел ее. Заткнись, дурища. Ну, Мальдрес, ну что ты такой грубиян? Ну что ты? Ты затыкаешь мне рот. Парень в баре, он сказал, что у меня замечательный, у меня офигительный голос, да. Он сказал, помоги. Он не пошутил. Помоги. Он не пошутил, у меня офигительный голос. Мельдерс. Да. Мельдерс, как хорошо, что ты приехал. Знаешь, я уже так соскучилась по тебе. Все. Мельдерс. Слушай, нельзя так напиваться, понимаешь? Соседи не должны тебя видеть в таком виде. А если они... А если хозяйка узнает и донесет мистеру Харпу? Хозяйка узнает. Мальдерс, да тут можно сдохнуть от скуки, понимаешь? И все-таки надо быть осторожней, Анна. Чушь. Все чушь. Скоро я буду хозяйкой. И вообще, мне нечего будет бояться. Да? До конца моих дней. Ты бредишь? Я, кстати, вообще, я не брежу. Я очень разумна. Разумна. Просто ты, Мельдерс, ты не знаешь моих планов. Да ну. Угу. Ну так просвети меня. А я, может быть, попытаюсь тебя отговорить. А-а-а. У тебя ведь есть все, что тебе нужно. Смешно желать большего. Я не желаю большего, Мельдерс. Я желаю всего. И скоро я женю на себе Джеймса и буду миссис Харпер. Ты точно чокнулась? Не-а. Чего тебе не хватает? Мне жизни не хватает, Мельдерс. Большой, красивой, настоящей жизни. Смотри. У меня все в порядке. Смотри, какой мяч. Работа идет отлично. Нашел помощницу по хозяйству Дарью Михайловну. Очень толковая женщина с местной почты. А, значит, не всухомятку ест, слава богу. Как только закончу роман, сразу вернусь. Но места здесь такие, что уезжать совсем не хочется. Смотри, как умеет. Иногда кажется, что душа моя отсюда. И я жил в этом лесу все свои предыдущие жизни. Красиво, правда? Ага. Вот что значит писатель, а? Даже письма такие, что заслушаешься. Вот возьмет и останется там, откуда его предыдущие жизни. Да не останется. Пашка привык к цивилизации. Вернется. Вернется, да, Барбарисыч? Да? Хочется тебе верить. Поверим ей, Барбариска. Она у нас девочка умная. Едвига, мне нужна твоя помощь. Ну?
Скажи, у тебя ведь наверняка остались знакомые артистки, ну, кто-нибудь из цирка. А чего? Ну, мне нужна одна симпатичная девушка для одной искрометной роли, которая могла бы держать язык за зубами. Есть такая? А для чего это? Ну, есть один человек. Какой человек? Маринов. Пристает? Да, нет. Ну, не то чтобы пристает. Ну, просто нужно, чтобы… Ну, чтобы он подумал. Что, ты по девочкам, что ли? Ну, есть? Ну, ты хитрюга. Ну, я спрашиваю, есть? Ну, есть у меня одна знакомая воздушная гимнастка. Ленка Загребина. А у нее дочка, Ниночка. По-моему, она в этом году в Щукинское училище поступила. Отлично. Пригласи ее к нам. И если можно, скорее. Пусть люди Баринова думают, что ты сводня. А? Ты что, как я соседям в глаза буду смотреть? Соседи ни о чем не догадаются. А мы им ничего не скажем. А? Ну, Едвига, ну, миленькая, ну, мне очень нужно. Ну, пожалуйста. Веревки ты из меня вьешь, ей-богу. Ну, поможешь? Ладно, пойду искать записную книжку. Что там? Да зажигает баба не по-детски. Я постелю вам в гостиной. Что вы, не стоит. Я сама справлюсь. Только у меня к вам будет одна просьба. Никто и никогда не должен знать о том, что здесь сегодня произошло, иначе у нас с вами будут большие неприятности, Нина. Да за такие деньги я готова играть любые спектакли. Если что, обращайтесь. О, давай дальше. Говорят, талантливые люди быстро сгорают. Один из лидеров партии «Надежды» Евгений Кречин был не только талантливым бизнесменом и ярким политиком, но и человеком с горячим и неравнодушным сердцем. Ему было всего 43. Инфаркт в таком молодом возрасте – это не только непростые годы становления партии, но и десятки детских судеб, в которых Кречин принимал горячее участие. Ой, молодец! Молодец, девчонка! Хорошо пишет, как поет. Ух! Слушай, Артур, надо бы и премию подбросить. Уже, Глеб Анатольевич. Ты хорошо соображаешь. Только не надо лезть вперед паровоза. А то можно и под колес попасть. Ты меня понял? Информация по американцам. Мой хороший. А, давай, давай. Что там? Ой, давай. Фу. Сидеть, сервер. Совсем народ свихнулся. Скоро натуралы будут на митинги выходить, чтобы свои права отстаивать. Теперь понятно, почему. Харпер ее из дома выгнал, а ребенка себе оставил. Да, через нее на Харпера не надавишь. Дальше там интереснее. Оказывается, Сеймур навещает две могилки. В городе Владимир. А что за могилки? Одна могилка матери писателя Удальцова, а вторая могилка какой-то его дальней родственницы, с которой они погибли в автокатастрофе. Американка, говорят, наняла какого-то кладбищенского деда, который ухаживает за могилами. Не люблю я этих странностей. Что-то здесь не так. Он что, сам не мог за могилкой поухаживать? Да он вообще свалил из Москвы. Куда-то в глубинку писать роман. Хорошо устроился. Американка следит за могилами,
тетка, с которой он живет, поставляет американки девок. Здорово. Бартер. Что-то здесь не так. Ладно, пусть американка пока работает. Все равно, как вывески, ей цены нет. Дима, но глаз с нее не спускать. Само собой. Занимаясь благотворительностью, вы не просто что-то дарите от себя. Вы получаете колоссальную отдачу. И еще пару слов для нашей программы о перспективах развития фонда «Росток». «Росток» имеет самые многообещающие перспективы. Наша партия не зря поставила возглавлять фонд госпожу Сеймур, американскую гражданку, которая имеет большой опыт в сфере работы международной благотворительности. Мы уверены, что новый директор организует работу максимально эффективно. Наш фонд уже налаживает связи с международными организациями и думаю, что в ближайшее время начнут поступать средства от наших европейских спонсоров. Прошу. Анатолич, надо спешить. У нас встреча в мэрии. Чего там? Проблем не предвидится? Ну, все, в общем-то, неплохо. Я не... Володарский. Да, профессор. Здравствуйте. Что-нибудь срочное? Я сейчас буду. Срочно машину. Встречу в мэрии. Артур, слышь, отменить. Меня вообще сегодня не будет. Я заболел. Очередная попытка суицида. Во дворе нашел осколок стекла, пытался вскрыть вены. Ну почему? Ведь все же стабилизировалось. Ведь вы же говорили. После выхода из ломок у Антона всегда наступает депрессия. Ее начинает одолевать суицидальные мысли, потому что это заложенный в его психику жизненный сценарий. В гробу я видел ваши сценарии. Этого не изменить. Его мать очень страдала после вашего развода. Покончила с собой у Антона на глазах. У него сформировалась четкая связь. Суицид как избавление от страданий. Я вам плачу не за то, чтобы мне каждый раз тыкали, что я бросил свою жену. И не за то, что не дал посадить своего собственного сына в тюрьму только потому, что он совершил ошибку. Роковую, но ошибку. Антон тогда был совсем еще мальчиком. Простите, я понимаю ваши... Скоро придут последние разработки из лаборатории. Будем пробовать. Глеб Анатольевич, ваша идея полного обновления организма кажется мне немножко наивной и... Меня ваше мнение не интересует. Папа. Зачем ты здесь? Просто захотелось на тебя посмотреть. Смотри. Сегодня же вылетаешь в Лондон. Хорошо. Делаешь с Харпером что хочешь, но деньги должны быть переведены до конца этой недели. До конца недели? Сложно. Его дочь в больнице? Да. Как она охраняется? Не знаю. А ты узнай. И приготовь место где-нибудь для нее. Там, поблизости. Что с лабораторией? Этим Дима занимается. Дима, почему до сих пор нет ответа из лаборатории? Чтобы отчет был у меня на столе через 3 дня. Все.
Мистер Харпер, к вам от мистера Баринова. Угу. Проходите. Добрый день, господин Харпер. У нас отличные новости. День добрый, интересно, какие же? Фонд «Росток» начал функционировать. Я вас поздравляю. Спасибо. В связи с этим господин Баринов ждет, что деньги, о которых мы договаривались, начнут поступать на счета фонда в течение этой недели. А мы так и не договорились о проверке результатов ваших исследований. Поэтому я хочу отправить свою комиссию в вашу лабораторию. Это невозможно. Лаборатория засекречена. В таком случае деньги переведены не будут. Я, кажется, уже говорил вам, что у корпорации принципы. Никаких сомнительных сделок. То есть вы отказываетесь инвестировать? Вы совершенно верно меня поняли. И вот появился голубой цвет. В целом можно говорить, что динамика положительная. Процесс идет, пусть медленно, но в нужную сторону. Здравствуйте. Вы считаете, здравствуйте, наша Джеймс. Девочка поправляется? Вне всякого сомнения. Детская психика, в отличие от взрослой, может справиться практически с любыми травмами. Спасибо. Вот видишь. Я рад. Доктор, у меня только один вопрос. Да, пожалуйста. Я могу усилить охрану у палаты коры? Да, конечно. Никаких проблем. Я только согласую это с нашей службой безопасности, чтобы ваши люди не мешали нашему персоналу. Джеймс, подожди. Ты что-то скрываешь от меня? Зачем нужно усиливать охрану палаты коры? Мам, мне так будет спокойнее. Понимаешь? Хорошо. Раз тебе будет спокойнее. Но мне будет спокойнее, если ты не будешь мчаться вперед и бросать меня одну. Извини, мам. Да, я очень рада, что вы готовы помогать нашему фонду. И я надеюсь на продуктивное сотрудничество. Доброе утро. Да, всего доброго. Константин Петрович, я еще ни разу не видела, чтобы вы приехали на работу вовремя. Вам не кажется, что вы злоупотребляете моим хорошим отношением? Извините, Бога ради, в последний раз. У меня вчера была очень важная встреча допоздна, и утром очень трудно было встать. Нет, если бы вы с таким же рвением работали бы в фонде. Послушайте, какого черта? В чем дело? Извините, мне показалось, что мотоцикл летит прямо на вас. Показалось? Вы с ума сошли? Прекратите, что вы делаете? Ой, да не то, что вы подумали, у вас там грязь сзади. Это вы неизвестно, о чем думаете. Ну, извините мне, просто я… Боже. Ну, давайте ваш костюм в химчистку сдам. За свой счет. Спасибо. Ну, извините, химчистка тут недалеко. В течение дня они все сделают. Извините. Как прошло открытие детского центра? Отлично. Так что вы решили? Суворин! Насчет химчистки. Идите работайте. Угу. Катя, да? Я просила подготовить отчетность по всем филиалам фонда. Так я запрашивала. Часть сегодня пришла, сейчас этим занимается главный бухгалтер. Я должна посмотреть бумаги лично. Это очень важно, Катя. Я все сделаю. Да. Отправляйте ко мне водителя, мне нужен новый костюм. Вот ключи от квартиры. И поторопитесь, у меня всеми важные встречи. Хорошо, я все сделаю. Охрана в клинике серьезная. Да еще Харпер своих людей понатыкал вокруг палаты. Но соображение, как туда проникнуть, есть. Девчонку есть куда отправить? Да, в окрестностях Лондона подготовили дом с глубоким подвалом, но тут другая опасность. Давай, говори.
Дело в том, что после развода родителей девчонка в глубокой депрессии. Боюсь, что еще один стресс она может не пережить. А с чего ты стал такой детолюбивый? Да я лишь про то, что последствия могут быть самыми неожиданными. Если ей станет хуже, что мы потом с ней будем делать? Да ничего с ней делать не будем. Харпер сам будет думать о последствиях. Поэтому будет шевелиться побыстрее. Материал из лаборатории. А, давай, давай. Только что привезли. Ну, через интернет не стали, сами понимаете, мало ли что. Подожди. А 90% смертности, это как понимать? Да, но зато какие остальные 10, а? Старперы действительно получают вторую жизнь? Да, впечатляет. Есть проблема. Материал быстро заканчивается. Ну, отходов много. Так активизируйтесь. Не останавливайтесь. Нельзя останавливать эксперимент. Иначе Leka Pharmaceuticals нас опередит. Там на эксперименты денег не жалеют. Ну, так они эксперименты на крысах ставят. Иногда крысы бывают полезнее, чем люди. Я вот что думаю. Такое ощущение, что туда кто-то хочет влезть. Не то Харпер, не то швейцарцы. Надо послать туда надежного человека. Ну, на случай пожара. Подготовить отходы. И чтобы крыс наших никто не нашел. Иначе мы никогда не сможем запатентовать наш результат. Поверьте, я сам все решу. Хорошо? Так. Здравствуйте. Добрый вечер. Мистер Смит, давно вас ожидаем. Как вы доехали? Надеюсь, хорошо? Благодарю. Хорошо. Прекрасно. Пожалуйста. Отличные новости, Кэт. Я был у заказчиков. Они согласились на наши условия. Значит, начинаем работать. Неплохо. Ты практически восстановилась, но есть нюанс. Выкладывай. Мы вдвоем не справимся. В общем, завтра приедет Ник. Нет. Кэт. Нет, нет, нет! Нет! Послушай меня. Не говори вы меня! Постой. Я не буду работать с Ником. Из-за этого отморозка. Да ты послушай, что ты несешь. Урмас погиб, потому что так сложились обстоятельства. Любой из нас мог бы погибнуть. У нас такая работа. Перестань винить всех в смерти Урмаса. Этим ничего не изменишь. А без Ника мы на этот раз не справимся. Никто не сможет достать оружие быстро. Ты расшифруй я все данные о каналах Урмаса. Все же осталось у него в компьютере. Дай мне только время. Ник – наш человек. И нас осталось только трое. Но мы по-прежнему команда. Мы были вместе и будем вместе, понимаешь? Мы учить весь русский язык, чтобы Ваня в нашей Америке чувствовал себя как дома. Мы долго ждать. Когда Ваня будет наш, мы пришли сюда, мы есть American citizens, а мы хотим просить помощь. Помогите нам. Понятно. Скажите, вам удобнее говорить по-русски или мы можем общаться по-английски? Yes. Русский, практика. Да. Практика. Практика, sure. Хорошо. Скажите, по каким причинам вам отказано в усыновлении? Мы не знаем. Мы имеем документы по правилам международного агентства. Очень хорошая репутация.
I don't know why. Почему же это? Мы пригласим сейчас нашего юриста, чтобы он изучил документы. Oh, excellent. Я думаю, мы возьмемся за ваше дело. Oh, thank you. Thank you very much. Минуточку. Катя, да. Пригласите ко мне Суворина. О, простите, госпожа Сеймур, а Суворина нет. Извините, я сейчас вернусь. Константин Петрович, он часто отключает телефон и спит на диванчике. Суворин! Суворин, вы меня слышите? Суворин! Доброе утро. Вашу трудовую дисциплину мы обсудим позже. Сейчас быстро ко мне в кабинет. Привет. Здорово. Тут какое-то недоразумение. Мы решим этот вопрос очень быстро. Я, в свою очередь, вам обещаю, что буду лично контролировать, как идут дела. Спасибо. Будем надеяться. Thanks a lot. До свидания. До свидания. До свидания. Bye. Bye. Thank you so much. Суворин, мне надоели ваши прогулы, опоздание и халатность. Почему вы считаете, что вам все можно? Или, может быть, вы и фигура неприкосновенная? Я думал, мы как-то понимаем друг друга. Нет, мы не понимаем друг друга. Я считаю, что спать на рабочем месте – это уже слишком. И потом посмотрите на себя. Вечно небритый и мятый. Проблема. Никак бритву не подберу. Катя, зайдите ко мне. Катя, пожалуйста, сегодня же купите для господина Суворина бритву. И пусть бухгалтерия вычтет из его зарплаты деньги. Может, еще брить меня прикажете каждое утро? Если вы сами не в состоянии, то прикажу. А давайте ближе к служебным обязанностям. Может, я все-таки пойду поработаю? Ах, какое рвение! Давно пора. Извольте отчитаться в течение 3 дней. Изволю. Что вы стоите, Катя? Вам нечего делать? Я? А, так бритву покупать или нет? Идите и займитесь своими делами. Привет, Лёх. Дело есть. Так. Начальство придется ответить. Да. Константин Петрович, вас нет на рабочем месте. Да, меня снова нет на рабочем месте. Можно узнать, почему? А потому что я занят усыновлением Вани Березова. А это нельзя делать в офисе? В офисе это делать невозможно. Константин Петрович, я думаю… Думайте, что хотите. Я работаю. Американка чертова. Мертвого достанет. Расслабься, Костян. Все в жизни к лучшему. А я вот лично сейчас убедился, что аппаратура закреплена отлично. Можно работать. Запомни, как деньги будешь давать, пусть она хоть пару купюр потрогает, чтоб отпечатки были. Это обязательно? Ну, с видеозаписи всякие варианты могут быть. Ага. Вдруг техника откажет. Ага, когда это она отказывала? Ну, вы что тут застряли? Холодно же. Ну, смотри, картинка супер. Нечего было на технику гнать. Голливуд! Угу. Да? Здравствуйте, Нина Ивановна. Здрасте. Я вчера у вас был, я представляю интересы американской семьи по поводу усыновления Вани Березова. А, да-да, я вас помню. Ну что теперь, документы у вас в порядке? Конечно, все есть. Кладите сюда, я посмотрю позже.
все класть? Да-да, все кладите. Ой. Ой, извините, извините. Быстро собирайте. Да-да-да, понял, понял. Собирайте быстрее. Да. Да что ж вы возитесь-то? Извините. Этого больше не повторится. Всем оставаться на месте. Гражданка Петрова, вы арестованы. Заходим. Сволочь. А как вы прокомментируете происходящее? Держи. Здорово. Только... Да проверил все. Сам, лично. Каждый ствол тестировал. А я не об этом. Как мы все это через границу потащим? Черт. Ха. Слушай, об этом я не подумал. Да, без Урмаса плохо. У него были каналы во всех концах света. Ёлки. Не волнуйся. Кэт уже успокоилась. Ты ее знаешь. Тебе не в чем себя винить. Дэн, Урмас так сам решил. Я ухожу. Он прикрывает. Все. Ну хорошо, останься я. Что дальше? Дело бы завалили. Он был в норме. Но царапины на плече, и все. Даже крови не было. Ник, перестань себя винить. Каждый из нас тут не раз был в такой ситуации. Один уходит, другой прикрывает. И каждый раз кто-то мог не вернуться. Ладно. Надо подумать. Может, там, на месте, достанем все, что надо. В России? Был у меня там человечек. Собралась? Почти. Молодец. Ник уже в гостиной. Идем. Кэт, мы, кажется, с тобой обо всем договорились, да? Привет, Кэт. Рад тебя видеть. Хорошо выглядишь. Спасибо. Кэт, ты само гостеприимство. Кстати, как тебе ее домишко? Очень уютно. Мне тут очень понравилось. Урмусу здесь тоже очень нравилось. Я рад, что наша встреча протекает в непринужденной и дружеской обстановке. Итак, план операции. Прибываем на место. Городок небольшой, нужно действовать аккуратно. Мы с тобой устанавливаем наблюдение за объектом. Кэт вскрывает базу данных. Котел, остальная документация по филиалам пришла? Пока нет. Я жду уже неделю. Собирают. Раньше ведь филиалы никому не отчитывали, сами по себе функционировали. А Глеб Анатольевич только что в сеть объединил. Никакой слаженности. Катя, пожалуйста, еще раз обзвоните всех на местах и поторопите, пожалуйста. Хорошо. Благодаря содействию Константина Петровича Суворина, рядового российского юриста, была задержана чиновница, которая больше года вымогала взятку у американских граждан, оттягивая под разными предлогами усыновление российского ребенка Вани Березова. Мы в очередной раз убедились, как важно для милиции содействие граждан. Ну, я тут особо ни при чем. Всю работу проделала Катя. Милиция. Не отвлекайтесь. Да, Леха, передачка вышла отличная. Константин Петрович, можно? Большое спасибо. Давай, до связи. Давай. Это вот вам директор просила передать. Это премия за отличную работу по усыновлению Вани Березова. Вот и язва. Лучше бы деньгами или отгулами. А я вас по телевизору видела. Так здорово. Ну, правда, я до конца не досмотрела. Директор не разрешает телевизор смотреть. Тяжелая у вас работа, Катюша. Передайте директору большое спасибо за премию. Угу. И надеюсь, в следующий раз в качестве премии я получу душ с гидромассажем для общего тонуса. Шутка? Ну, я пошла. А то там отчетность директор просила срочно распечатать. Отчетность? Да, там из всех филиалов куча работы
так что, наверное, придется допоздна сидеть одной. Ой. Сочувствую. Успехов вам, Катюша. Спасибо. И чем же вы тут занимаетесь, многоуважаемый директор?